сейчас завершает наш такой блок вечерних концертов перед гала-концертом и награждением победителей Михаил Грин, Гея Жиченко, Сергей Парамонов. Екатеринбург, Сухой Лог. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Значит, мы просим снисходительно отнестись к тому, что нам нужно несколько минут на подстройку, потому что мы сегодня полный неформат. То есть мы даже одну или две песни вам под гитару споем, а в основном-то у нас будет фонограмма. Потому что мы сегодня хотим презентовать вам наш новый диск, который у нас вышел недавно. Далеко не все могли приехать на те три презентации, которые проходили в Екатеринбурге. Поэтому сегодня у нас, значит, будет такая программа. Сначала песни разных народов, то есть одного народа, но на разных языках. У нас Гея будет петь на разных еврейских языках. Значит, по чечайне уж висит флаг. Как Ваксман написал, наше знамя захлестнулось за флагшток. Остальные почему-то нормально висят. Вот, значит, а потом мы уже с Сергеем попытаемся презентовать наш новый диск. Мы все вам о нем расскажем, покажем. Гея, иди сюда, надо попробовать фонограмму. Блин, попробуй. Так. У нас сегодня уважаемое жюри в оскорбительной форме было названо евреями. Ну таки ладно. Евреи, так евреи. Такие да. Нормально. Сначала, да. Сначала. Можно чуть погромче? И что в мониторы? И в мониторы, да. Я спою песню, которой более 500 лет. Старая еврейская песня, она будет исполняться на идише. Не на иврите, а на идише. Можно? Ульфен Припечек, Брента Фаера, Унин Штуп из Хэйс, Ундер Ребеларен, Клайне Киндерлев, Де Малев Бэс, Ундер Ребеларен, Клайне Киндерлев, Де Где Киндерлех, где же Тайере, Восерлерен дом? Сак же нохамол, ум так и нохамол, комец Алефо. Сак же нохамол, ум так и нохамол, комец Алефо. Während Kinder mit Großhäschen also sag ich euch wer es wird von euch kennen Nivre der Bakum davon wer es wird von euch kennen Nivre der Bakum Wird Kinderweg, älter werden, wird allein verstehen. Wie viel in die Häuses liegen Tränen, wie viel liegt Gewinn. Wie viel in die Häuses liegen Tränen, und wie viel Gewinn. Следующая песня.
Эта песня. Возле огня, возле печки, ой, фон Припечек, старый Рэбе учит малых детушек алфавиту. Комец, алиф, о. А Рэбе это кто? Учитель, он же священник. Старый Рэбе. Следующая песня по заявкам слушателей. Я повторю вчерашнюю. А, еврейская, да? Подожди тогда. Да-да, ну конечно еврейская, кан-кан. Я готов. Царати, альха, иди, кшипасати, лейти, керохкар не фарнавши, мада пито, лямцулет и цулиля, а царай на коля, а валька махая холя, нельхамады то, а валька махая холя, нельхамады то, умиас ото айом, а харай ли кольмаком, и родефест вейта, лешоно траво. Шани бы ахаим, ля супруацы порим, вы от эцхасар али, шелямадли род, вы от эцхасар али, шелямадли род, имеем из гироти, мигеляли, ауви, мироца шелюэда. Леуля шалюва, хэшет азву азнитка, аувида арве ав, ахитоль аукав, ацарарахвал, ахитоль аукав, ацарарахвал, умацау тикара, рацель зрота. Тихий хак шели, раота ути, а хулёни шар зманра, а уви басов азал, веля нацах царати, мишарайти, веля нацах царати, мишарайти. Я возвращаю свой портрет. Но у тебя есть двойник. Подожди. Вы, наверное, обратили внимание на мою футболочку. Вот на футболочку Миши Грина. Значит, это футболки фестиваля «Август», который проходит каждую вторую субботу августа. Я пользуюсь случаем, хочу пригласить всех лауреатов, дипломантов, гостей фестиваля на наш фестиваль в город Екатеринбург на Пролетарскую 10. Это будет 8 августа. Вот. Ну и чтобы как-то показать, что мы там поем. Поем мы, в принципе, такие же авторские песни. Я спою песню, которая родилась 2 года назад специально для этого фестиваля. Называется она «Август». Непонятные вроде изменения в природе, и пока мы не знаем, что нам август сулит. Загадаем желание и живем в ожидании, и о счастье мечтаем, так нам сердце велит. Август, скоро кончится лето, и на край парапета
желтый лист упадет. Август, грусть о том, что не спета, пусть останется где-то или мимо пройдет. А вечерний порою после летнего зноя где-то струны гитары будут нежно звучать. Приближается осень, дождь ударится озень, будут вновь под ногами листья клёна шуршать. Август, скоро кончится лето, и на край парапета желтый лист упадет. Август, грусть о том, что не спета, пусть останется где-то или мимо пройдет. Август, скоро кончится лето, и на край парапета желтый лист упадет. Август, грусть о том, что не спета, пусть останется где-то или мимо пройдет. Спасибо. А сейчас я позову на сцену Михаила Грина, и мы будем презентовать диск, совершенно отличный от того, что вы сейчас слышали. У нас такие сейчас посиделки с вами. Валентичка, этот микрофон работает, да? Отлично. Ну что, пока Сергей настраивается, я позволю себе показать наш новый диск. Вот полуторагодичная работа привела вот к такому результату. Вот это его наружная сторона, это внутренняя, и кроме того еще очень интересный вкладыш. Мы решили не идти по пути, как идут наши собратья-барды. Быстренько записали, значит, в студии там под одну гитару, нарезали на компьютере. Диск издан серьезно, с номерной, со штрих-кодом, со всеми делами. Вот такой у него замечательный вкладыш. Это каждая песня изображена в картинке. Прекрасные иллюстрации Дарьи Шейнарман. И на другой стороне у него еще и все стихи, включая даже бонусы. Пардон. Все это счастье стоит 300 рублей. Диски есть, если желающие хотят приобрести. Мы отнюдь не хотим наживаться на вас. Но дело в том, что это все это идет на следующие диски. Ну и предполагаемый выход поэтического сборника. Как-то меня все-таки уговорили уже выпустить поэтический сборник. Ну, видимо, так тому и быть. Ну что, Сергей, приступим? Давай. Бог не дал крыльев пожилому раздолбаю. Пока не кинут, не отправишься в полет, а я, как правило, ребята, пролетаю. Такой вот перенедолетный рифмоплет. Я пролетаю, как фанера над Парижем, вдоль закопченных черепично-красных крыш, пониже Эйфеля, а иногда повыше. Я пролетаю, ах, аревуар, Париж. Я пролетаю мимо денег ежедневно. И мимо кассы каждый месяц два раза. Ни томных встреч, ни разговоров задушевных. Лечу, лечу себе, куда глядят глаза. Соблазны города мелькают мимо, мимо. Такие бабы исчезают под крылом. А мне для тонуса почти необходимо сплошной пролет и предсказуемый облом. Я неудачник? Нет. Я не хожу по краю, друзья так думают, что все мне по плечу. Но я-то чувствую, что в чем-то пролетаю. И не пойму пока, куда же я лечу. Куда несет меня нелегкая такая? На кой мне сдался этот весь авиаспорт?
Но если я все время мимо пролетаю, то где-то должен быть и мой аэропорт. Аэропорт, где кто-то ждет меня и верит, что я уже преодолел водораздел, что я войду вот-вот, и растворятся двери. Эй, тормози, я мимо чуть не пролетел. Для любителей английской песни. Оттянемся. Ты для меня number one, и я для тебя number two. Я обожаю диван и сумасшедшую ту, что несомненно права в битве за сладкий куш. Я у тебя номер два, гавань усталых душ. Учите слова. Two and one, one and two. One and two. Можно покачать. Так этот мир и живет, что выбиваясь из сил, первый стремится вперед, второй прикрывает тыл. Вечер опустит экран, город накроет ночь. Здравствуй, моя number one, дикого мира дочь. One and two, two. And one. Плещется лунный сазан, пялится на наготу. Кто там из них number one, кто соответственно ту? Многострадальный диван утром проводит в бой. Я у тебя number one. Нам хорошо с тобой. Two and one, one and two, one and two, two and one. One and two. Я год пахал на производстве, и вот с законной женой с благословения руководства собрался в отпуск трудовой. Едва агентстве «Быстроловка» нас обеспечили путевкой, уже туристский «Эйрбас» несет к далеким странам нас. С утра мы нежимся на пляже, употребляя в нужный час, что «All-Inclusive» нам припас, себе не представляя даже, что оператор наш урод уже полмесяца банкрот. Едва кончается неделя, прощая уютный уголок, нас выселяют из отеля, но чемодан берут в залог. Грядет хождение по мукам. Вот секретарь посольства, сука, из кабинета гонит прочь. Не в силах, дескать, нам помочь. Вот представитель турагентства перед разъяренной толпой стоит, дрожит, едва живой. И вдруг в порыве декаденства, схватив из кассы депозит, в окно сигает паразит. Толпа за ним, конечно, следом, и мы с Марусей вдогон. Казалось бы, близка победа, но в этот миг ныряет он за угол и в подъезд парадной. А ту его! Но тут нарядный гвардеец нас за шорты хватит. Куда вы прёетесь, вашу мать?
Мы в Министерство обороны желанием мщения горя ворвались. Проще говоря, влетели русские вороны. Явился консул. Боже мой, бесплатно нас везут домой. Полиночка, фонограмму чуть-чуть погромче в монитор. Поехали! Стою один на полубаке теплохода, обозреваю атлантические воды, чтоб самолично незадолго до восхода увидеть свет на вожделенном маяке. Я возвращаюсь с постоянством бумеранга полюбоваться на пампасы и мустангов и окунуться с головой в ритмы танго и ощутить твое дыхание на щеке. А Аргентина меня уносит, бригантина, на мой любимый, на латино американский материк. А Аргентина дурманя круче кокаина, сияют влажные маслины прекрасных глазок синьорит. Не посадобли, не изысканные вальсы, не выкрутасы, популярные ныне сальсы, мне не заменят эти трепетные пальцы через рубашку холодящее плечо. О, как прекрасно по паркету легким шагом скользит подол, взмывая невесомым флагом, когда в крови кипит испанская малага и разливается по жилам горячо. А Аргентина меня уносит, бригантина, на мой любимый долатино американский материк. А Аргентина дурманя круче кокаина, сияют влажные маслины прекрасных глазок синьорит. Подключаемся! Смотрите, как классно танцуют! Желающие! И музыка такая знакомая! Майки, парагвайки, аргентинки, мои панамки, уругвайки и кубинки, мои ожившие блестящие картинки, в моих объятиях вы окажетесь не раз. Ах, мексиканки, колумбийки, бразильянки, игривы, словно молодые обезьянки, а по ночам меня волнуют перуанки и постоянно беспокоит Гондурас. А Аргентина меня уносит, бригантина, на мой любимый латино американский материк. А Аргентина дурманя круче кокаина, сияют влажные маслины прекрасных глазок синьори. А Аргентина, Аргентина, Аргентина. Постарели наши девушки, нянчат внуков нам на смену. Но куда вы претесь, дедушки? Кто куда, а мы на сцену. Никогда она не кончится, фестивальная дорога, но порой все же хочется изменить себя немного. Я же еще не вниз по лесенке, я мечтаю о высоком. Вот брошу бардовские песенки и займусь тяжелым роком.
Прикуплю аппаратуру, усилители до вспышек и для бэк-вокала дуру, чтоб с ногами от подмышек. Мне б хрустальный голос Гиллана, чтоб достало до аппендикса. Мне бы хайер Боба Дилана, мне бы руки Джимми Хендрикса. Соберусь с друзьями старыми, перманентно полупьяными. Пусть попрыгают с гитарами молодыми обезьянами. Приглашу друзей на танцы я, выпью с ними за свидание. Подключу электростанцию бесприбойного питания. Помощнее гитару сделаю, микрофоны поднастрою. Да как ахну децибелами! Солнышко лесное. Любители блюза посвящается. Послушай, парень, я прожил 1000 лет, и я твоя память, меня давно уже нет. Я отблеск на грифе ночую в басовой струне. Я просыпаюсь с первым аккордом, не зная, в какой я стране. Дневные звуки, затихнув, уходят прочь, и засыпает усталый квартал в эту ночь. Эй, музыкант, не стоит сегодня использовать вкус. Мы на открытом звуке сыграем призрачный блюз. Призрачный блюз, я не дождусь ласковый свет 1000 лет. Звук касания рук. Теперь мой дом старый Fender Jazz Bass. Он одинок, хозяин стал одним из нас. И всем сказал, что при жизни от джаза устал и ушел жить туда, где грохочет тяжелый металл. А я люблю блюз и не дождусь. Что есть у тебя, врубай. Мы знаем, ты лучший. Так что же ты медлишь? Играй.
теплые руки на призрачном грифе, прекрасный союз. Играй, музыкант, пока не закончился призрачный блюз. Так, друзья мои, я написал новое стихотворение, но оно как бы продолжение стихотворения, которое я уже читал. Но ввиду того, что прочитать второе, не прочитав первое, ну, как бы было не совсем правильно, я отступлю от своего правила не читать того, что читал раньше, и тем более, что оно всем понравилось в свое время. Значит, на безбрежных просторах российской словесности проживают несколько странных зверей. Вот самые знаменитые из них – это бляха-муха, ёшкин кот и ядрёна вошь. Вот, значит, я собрал этих всех зверей в одну кучу и написал стихотворение. Потом я написал к нему продолжение, где собрал уже не зверей, а всякие русские пословицы, поговорки, присловия, крылатые фразы. Оно немножко в другом размере, но я прочитаю сразу все в одно. Как-то утром бляха-муха пробудилась не одна. В пасти гадко, в горле сухо, потому что с бодуна. Рядом крепко давит койку лысый хрен, известный тать. Он вчера был очень бойкий, да заездили, видать. Муха выпила водички, поплескалась у ведра, как положено приличной скромной девушке с утра. Поднимать не стала хрена, пусть поспит любимый зверь. Поцелуем мизансцену завершила и за дверь. Бляха-муха вышла в люди. Там шумит базар-вокзал. Вот проехал хер на блюде, всех вокруг заколебал. Он гуляет ши ядрёны, тех вообще не сосчитать. Впереди ядрён матрёна, позади ядрёна мать. И ядрёна кочерыжка, и дружок ядрён батон. Ёлка, палка, шишка, мышка, каждый чем-нибудь ядрён. Всем ядрёных поколений, с ними мать его идти. Все идут к ядрене фене, а куда же ещё идти? Вот прикинулся джигитом старый дедушка Пихто, бьет серебряным копытом конь огонь в своем пальто, ржет трубой эрихонской, скачет словно чумовой, а за ним бежит японский, очень злой, городовой. А за ним япона мама, а за нею кузьки мать, непрерывно моют раму, делать нечего, видать. Лыка в строку, баба с возу на Кудыкину гору, тащат сидорову козу на обед хитру бобру. Ждет козу святой Кондратий и пушной зверек писец. Карачун для шати брати сварит вкусный холодец. Будут у бобра на даче рожки-ножки хороши. Там богатые не плачут, веселятся от души. Ёшкин кот такой бедовый заведет шухры-мухры. Заглянет один моржовый и еще один с горы. А когда придет суббота, завернут на огонек Примадонна, сука, в ботах, и индус ёк-макарек. Танцы-шманцы в огороде, до утра шаляй-валяй, до колени нас проводит старый ёкарный бабай. Разбрелись пьянчуги по домам. Ёкарный бабай закрыл калитку. Шито-крыто, воротясь к делам, шьет их легендарной белой ниткой. Вот интеллигент пошел в народ. В раз нашлась проруха на старуху, не познавши броду в толще вод, навернулся с криком «Бляха-муха!». А на мишку шишки целый день, а тому все море по колено, сядет на замшелый старый пень, выпьет и закусит старым хреном. Заторчит, не петь, не рисовать, прихлебнет из фляги медовуху, загрустит, помянет твою мать, а потом, конечно, бляху-муху. И давай привычно шить пороть, чё нам кабанам ломать не строить. То бросает камни в огород, то, глядишь, другому яму роет. Хошь не хочешь, все, кому не лень, в суховее, в югу заверуху. День деньской, ну каждый божий день, поминают псуе бляху-муху. Без нее нам белый свет не мил. Пусть на вид ни кожи и ни рожи, я бы кроху баснями кормил, будь она на соловья похожа. Вот всего перешибешь соплей, и пусть не понос, так золотуха, словно чистый ангел над землей, расправляет крылья бляха-муха. Спасибо.
А сейчас... А вы нам включите что-нибудь там? У французской одной королевы точно вам у какой не скажу. Среди фрейлин была Женевьева по прозванию крошка Жужу. Хороша, как библейская Ева, словно майская роза свежа. На дворцовом полу Женевьева повстречала красавца пажа. Женевьевы, а чего ломать юных пажей? В сказках любят пажи королеву, в жизни предпочитают жужей. И мечталось о маленьком счастье в одиноком уютном шале, чтоб за окнами злое ненастье и свеча на дубовом столе. Злое ненастье и свеча на дубовом столе. Ах, мечты им не суждено сбыться, среди фрейлин приметив Жужу. Некий герцог задумал жениться, и Жужу отказала пажу. Останется все же пажу. Дальновидная девушка знала, что достанется все же пажу. Верное средство, помер герцог в постели Жужу, а вдова прихватила наследство и вернулась обратно к пажу. В общем, все завершилось прекрасно, а другого никто и не ждал. Это старая-старая сказка и вполне современный финал. Это старая-старая сказка и вполне современный финал. И вполне современный финал. Да. Друзья мои, не далее как позавчера, четверг позавчера был? Да. Позавчера мы дружно отметили день рождения нашего дорогого гостя, члена жюри Михаила Ефимовича Трегера. Мы с Сережей чуть-чуть отстаем по возрасту, он уже как бы перешагнул такую, значит, дату. Рубеж он перешагнул, уже совершеннолетие достиг, а мы еще чуть-чуть не достигли. Но мы к этому стремимся и готовимся заранее. Поехали. Обещаем догнать. Скоро догоним. Полиночка, давай. Когда же нам будет 60? Танцуют все, правильно. Это как раз специально для танцев. Как
Когда мне будет 60, мои друзья еще со школы меня отринуть захотят от созерцания футбола. Погрузим в мой автомобиль катушки, лески, плесны, палки, и за 2200 миль махнем на Волгу на рыбалку. Когда мне будет 60, когда мне будет 60, когда мне будет 60, махну на Волгу на рыбалку. Ну что, Миша, порыбачим? Да легко. Собирайся. Завтра выезжаем. Сегодня. Когда мне будет 60, самы и желтые сазаны мою наживку захотят отведать как-то утром рано. Упруго спиннинги басят, большой котел исходит паром. Когда вам стукнет 60, не стоит тратить время даром. Когда мне будет 60, когда мне будет 60, когда мне будет 60, не будет тратить время старым. Будет 60, мои веселые подруги меня поздравить захотят и пригласят на буги-вуги. Я танцевать всегда готов, и вряд ли стоит сомневаться, мы не упустим наш улов, пока не стукнет лет 120. Когда нам будет 60, когда нам будет 60, пускай нам стукнет 60, в душе останется по 20. Есть еще молодые душой на поляне. Давай, давай, давай! Давай, давай! Рощенные девчонки пошли. Когда нам будет 60, когда нам будет 60, пускай нам стукнет 60, в душе останется по 20. Да. Где мои 17 лет? Спасибо, дорогие друзья. Для вас этот вечер на арене провели Сергей Парамонов и Михаил Грин. Огромное спасибо. Диски есть, диски продаются. Добро пожаловать. Огромное спасибо.